Екатерина Мамонтова. Стихотворение «Баллада о матери», автор Ольга Киевская. 41-й год потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах водили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. А за ними, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн!» — твердил он важно, — «расстреляет!» «Нет!» — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей!» А взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей. И ответил офицер ей чинно: ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирай. Как в смертельной этой круговерти есть беречь кого-нибудь суметь, если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и правду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила, о, не пожелаешь и врагу мук таких. Сынов перекрестила и призналась фрицу: не могу. Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхает цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. Ты спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший: нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил: битте! Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: расстреляет! Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет, уж не жить сыночкам, не цвести. Дура матка, поучает немец, одного могла бы хоть спасти. А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сына у них кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.